Итак, всем привет! Сегодня мы будем с вами рисовать маки. Нам понадобится лист. У меня сегодня лист А4. Потом понадобится гуашь, вот такая, 12 цветов. Можно, в принципе, любую, главное, чтобы было 12 цветов. Дальше нам нужна будет палитра, смешивать краски. Ну и карандаш и резинка обычные для того, чтобы мы сейчас что-то быстренько набросали. Ну и, конечно же, вода. Так, кисточки я сразу убираю. Смотрите, кисточки у меня одна большая, одна поменьше и совсем маленькая. Номера сейчас скажу. Большая у меня 16, средненькая 8 и маленькая здесь... Однёрочка или двоечка, не написано, что-то маленькое очень. Итак, берем с вами карандашики, сейчас мы набросаем, мы рисуем маки в вазе. Для того, чтобы нам нарисовать вообще любую картину, нам нужно сделать сначала нарисовать линию горизонта, да, то есть разметить наш листочек на небо и на землю. Поэтому мы рисуем с вами линию горизонта карандашиком. На линии горизонта у нас могут быть, например, где-то там вдалеке деревья, какие-нибудь лесочек. Потом могут быть какие-нибудь домики, да, вот здесь пониже чуть-чуть сделаем. Нарисуем домики. Образом здесь, например, какой-нибудь домик нарисуем, пусть он уходит у нас за лист туда, нарисуем что-нибудь здесь. Какой-нибудь домик, да, часовня. Ну, в принципе, нам домиков здесь хватит. Все лишнее можем резиночкой убрать. Так, чтобы нам не мешалось. Так, вот у нас есть домики. У нас есть вдалеке какой-то лес, да, здесь у нас небо, на небе у нас будут какие-нибудь облака, мы их попозже нарисуем. И мы нарисуем такой какой-нибудь либо столик, либо сделаем, как бы у нас цветы, будто бы на окне стоят. Нарисуем с вами окно. Ровненько. Ну, даже если не ровненько, ничего страшного. Все лишнее тоже убираем. Так, вот у нас с вами есть окно, это вид из окна. И нам нужно нарисовать саму вазу. Рисую вазочку. Ну, такой как кувшинчик, такая вазочка. Края у вазочки у нас все овальные, да, потому что если посмотреть на вазу сверху, она у нас круглая. Если сбоку, то у нас здесь овальчик будет. Все лишнее также убираем. Все, что у нас на вазочку попало лишнее. Так у нас получилась ваза. Теперь нам нужно нарисовать
где у нас будут какие цветы. Да, например, здесь будет цветок, здесь будет цветок, здесь, здесь, вот здесь. Просто накидываем овальчиками, где у нас будут цветы. Все остальное у нас там будет зелень какая-то. В принципе, все, можно начинать закрашивать. Закрашивать мы начинаем с неба. Чтобы нам закрасить небо, нам нужен синий цвет и белый. Что мы делаем? Мы берем белый, выкладываем на палитру. И добавляем немножечко синего цвета. Получится у нас голубой. Можно даже еще чуть-чуть синенького. И начинаем закрашивать небо. Можно горизонтально. Да, главное, чтобы в одном направлении. Закрашиваем мы до нашего вот этого окна. Все, да, небо у нас готово. Теперь нам нужно добавить немножко облаков. Облака у нас белые. Облака у нас будут уходить немножечко вдаль. Теперь нам нужно с вами закрасить траву. Вот здесь у нас трава. Нам понадобится зеленый и желтый. Мы берем желтенький. Добавляем зелененького. И начинаем закрашивать траву.
Теперь нам нужен темный зеленый. Мы берем темно зеленый маленькой кисточкой и закрашиваем наш лесочек, который у нас вдалеке. Так, теперь нам нужен серый. Если у нас краска закончилась, нам нужно еще ввести серого. Еще берем белый, чуть-чуть черного. Теперь сделаем еще темнее серый. Дальше нам понадобится охра. Охра смешиваем с белым. Чуть серого. Теперь берем очень темно-серый, почти черный, и делим на камни.
Немного света добавим нашим камням. Так, дальше. Дальше у нас с вами дома. Берем белый, добавляем вот сюда. И закрашиваем домики. Домики закрашиваем только вот эти светлые части. Дальше нам нужно опять охра. Нам понадобится оранжевый. Оранжевым мы делаем крышу.